Всем привет, с вами Жора, и сейчас будет кое-что интересненькое. Ну а перед тем, как мы начнем, пожалуйста, поставь лайк, подпишись на канал. И, блин, я очень люблю своих подписчиков, а подписчики любят меня. У меня много интересных видосиков выходит, поэтому каждый человек найдет на моем канале что-нибудь интересненькое для себя. Ну а мы начинаем. Для начала я хочу рассказать вам свою историю о том, как я изучал английский, какие у меня были жизненные этапы, связанные с английским, и я думаю, вам будет интересно. Начну с того, что английский мне стали преподавать во втором классе, и сказать мягко, я очень хреново с этим справлялся. Очень. Поэтому было принято решение часто ездить к моей бабуле. Да, я называю не бабушка, а бабуля. В общем, к бабуле Тане я ездил, и так как она у меня хорошо знает английский язык, она помогала мне в изучении и в освоении языка. Можно сказать, что бабуля стала моим первым репетитором. Например, почти каждая наша встреча начиналась с того, что я рассказывал о себе. Типа, hello, my name is George, I am 9 years old and I live in Russia. I have a big family, mother, father, sister, brother and... Получив начальные знания от бабушки, мои родители записали меня к репетитору. Ее, кстати, зовут Оксана. И вот именно с Оксаной мой английский стал реально прогрессировать вот так вот, джум, и взлетел. Когда я почувствовал почву под ногами, мы с моими родителями решили сдавать кембриджский экзамен. Как вы понимаете, это не бесплатно, и мои родители отдали около 3000, чтобы я в нем поучаствовал. 3000, Карл, то есть, блин, если я наберу меньше, чем 60 баллов из 100, то... мне не выдадут даже какую-нибудь бумажку, чтобы, типа, я участвовал. То есть, набирая меньше 60 баллов, деньги просто так улетают, три косаря улетают. Еще мне было стрёмно, когда я сдавал этот экзамен, я прям помню этот день очень сильно. В общем, там была девочка сидела, и над ней наседала мать такая вот так. Ты сдаёшь уже третий раз. Только попробуй, зараза, на этот раз не сдать, я тебе там... Я такой, чё, три раза не сдала, это получается 9 косарей в унитаз? Типа, чё? Типа, как? А я первый раз, я пришёл первый раз и сдавал первый раз. И тут такая мать такая, только попробуй. Я такой, блин. Но мысли, что я не сдам, я не допускал. Я почему-то вот был как железный, блин, паровоз. Я пёр просто... Я не думал, что я не сдам. Ну и в общем, я сдал этот экзамен, и ко мне через пару месяцев пришел вот такой сертификат. Сдал я экзамен примерно, сейчас не помню, но около 81 балла я его сдал из 100. И это очень хороший результат, как мне кажется, для 13-летнего пацана. Как вы думаете? Четко? Нормально. Школьному английскому я вообще почти времени не уделял, потому что мне не нравится, и никогда не нравилось, и не будет нравиться. Бездумное тупое списывание и зазубривание слов. И потом ты отвечаешь эти слова или на диктанте, или устно. Ну это тупо. Поэтому весь дневник у меня всегда был красный в началке. Да и не в началке. Весь дневник был красный за то, что я не сделал домашку там 2-2-2-2-2-2-2-2-3-3-2-2. Ну вот так вот. Мне не нравился школьный английский. Потому что это не английский. В 7 же классе я взял себя в руки, поставил перед собой цель, типа, мне нужен хороший аттестат. И я добился этой цели, и теперь могу хвастаться, потому что у меня всего лишь 1 тройка по физике и, самое главное, 5 по английскому языку. Сейчас я учусь в колледже на 2 курсе и учу английский так, как хочу я, не так, как надо. И это четко, это прям какая-то свобода, господи, ну как давно этого ждал. Итак, сейчас я покажу вам, как я это делаю. Начну с того, что я прикупил себе несколько книг, вот эти обучающие, где там есть и на русском все, и на английском. Плюс, что здесь большой шрифт, и в принципе, недолго читать. Вот такой шрифт большой. А вот это Forrest Gump, она у меня одна-единственная еще, других пока что нету. В общем, единственная книга, которая полностью на английском языке. Так как я заядлый книгоман, я очень люблю читать и русские книги, ну, наши книги люблю читать. Этот метод изучения мне нравится, прям очень нравится. Почему? Потому что, во-первых, я сам выбираю, что мне читать. Во-вторых, эти книги не скучные. А самое главное, мне кажется, в учебном процессе, это быть вовлеченным в учебный процесс.
То есть, когда тебе их интересно читать, ты, блин, и учишься. И в-третьих, когда я читаю книги на английском языке, у меня почему-то такое чувство, как будто я американец, коренной житель Нью-Йорка, и как будто я свой, короче. Такую магию добавляет мне, знаете, вот как американская мечта побывать в Америке и тому подобное. В общем, люблю читать на английском языке больше, чем на русском. А еще иногда я просматриваю книги, по которым занимался вместе с Оксаной. Давайте я буду их сюда выкладывать. Вот, вот это вот. Еще здесь были диски. Вот это вот детский лик по сравнению с вот этими учебниками. В общем, иногда их просматриваю. Дело полезное просматривать иногда и освежать память. Следующее, что делаю, я смотрю американских видеоблогеров и обучающие фильмы. Можно найти видосы и фильмосы разной сложности, от начального, среднего до уровня hard, где они такие... Где, короче, они очень быстро говорят, ты не понимаешь, о чем речь. Мне нравится этот метод изучения больше, чем чтение книг, потому что, во-первых, я вижу, что происходит в кадре, да, и могу догадаться уже по смыслу. И плюс я слышу английскую и американскую речь, и... Я практикую аудирование. С каждым просмотренным видосом я понимаю все больше и больше. Привыкаю к речи. Следующее, о чем я вам расскажу, так это о сайте Lingualeo, в котором я очень долгое время занимался и даже купил себе премиум аккаунт на 1 год, чтобы прям все функции были для меня доступны. На этом сайте мне нравилось смотреть разные видеоуроки, как реальные носители языка объясняют тебе грамматику, разные темы, как что использовать. На английском языке с английскими субтитрами. У этих преподавателей был такой классный интерактивщик, как у Даши путешественницы. Which? Which? I think we should say... Which? Which, right? Yeah! Я слушал песни и тут же их разбирал по смыслу, типа о чем там поют. В общем, приложение достаточно крутое. Было, к сожалению, я по нему уже не занимаюсь, потому что ему поменяли сайт, ему поменяли мобильное приложение, поменяли дизайн просто всего. Лично мне он стал неприятным, неудобным, уродским. Но вам я все равно советую на него заглянуть, потому что вдруг вам понравится их дизайн больше, чем старый. Поэтому, да, попробуйте обязательно, загляните, и сайт реально четкий. Я думаю, что все плюшки, все, что было, они остались, просто немного поменялось их расположение, ну и дизайн. В принципе, это все, что я хотел тебе рассказать. Все ссылки на блогеров, на обучающие фильмы, на этот сайт будут в описании, так что чекай и смотри. Спасибо тебе огромное за просмотр, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал и задавай интересующие тебя вопросы внизу в комментариях. Отвечу на все. Увидимся в следующем ролике. Пока!